Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик Коренев Филипп Михайлович, поступая на службу в органы внутренних дел, принимаю присягу и торжественно клянусь до конца оставаться преданным своему народу, социалистической родине и делу коммунистического строительства, быть честным, мужественным, дисциплинированным, бдительным работником, образцово нести службу, строго соблюдать социалистическую законность, хранить государственную и служебную тайну. Я клянусь добросовестно и беспрекословно выполнять все возложенные на меня обязанности, требования уставов и приказов, не щадить своих сил, а в случае необходимости и самой жизни при охране советского общественного и государственного строя, социалистической собственности, личности и прав граждан и социалистического правопорядка. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет наказание по всей строгости советского закона. Филипп Михайлович, сегодня ночью гаишники наших таможенников обметелили. Сильно? Сильно. Что же так, ребята, одно ведь дело делали. Нет уж, теперь сами будете разбираться. Взем чекиста, Зотов. Тем же концу. Обтрухался. По ночам мне всегда везет. Слышь, Зотов. Тут четвертый отряд майор прибыл. Говорит, потрясающе зайчика принимает. Так ты сходи перед отбоем, расслабься. Давай. Вот так вот, на свободу, с чистыми руками и совестью, и зубами. Шаману привет. Чеферчику завари. Молчите. Так. А закон? Кто? На зону пойдет креста заменить. Закон этот когда составлялся? Тогда еще с наганами на пролетках ездили. Ну зачем впустую чалить, если можно любые дела делать и на свободе гулять? Может, закон и устарел. Но это у нас. Крест 12 лет на зоне. А там другие понятия. Ну ты, браты, кто на зону пойдет? Я думаю, так. Надо ему отписать. Обстановка сложная. Людей мало, каждый человек на счету. Пусть назначит смотрящим, кого из зоны. Так он же пишет, что оставлять некого. Да, правда, беспредел сейчас в зонах. Значит, надо кому-то идти. Ну, хотите нет, я... Нет, 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 сынок, нет. Решим так, как король предложил. А беспредела и на воле стало много твориться. Шпана порядков не знает, старших не слушает. Новые никаких законов не соблюдают. Новых на нож. Нет, сынок, подготовиться надо. Шаман большое действие готовит. Большое. И шамана на нож.
Ешь. Ешь, сынок. А где хлеб? Чудило. Мы ж с тобой в японском ресторане. А у них рис, хлеб. Юра, скажи то, что ты мне говорил. Шаман сегодня сходняк собирает. Новых всех под себя подмял. Да надо им всем разбор учинить. Тут место свое знаю. Запустили мы это дело. Дали им силу набрать. Разбор он большую крови потребует. Надо было шамана раньше прижать, а теперь... Мы старались, где можно без крови обходиться. А теперь надо урок дать. Хороший. На нож. Иначе уважение не вернуть. Что? Кто? Клуб. Пусть зайдет. Так? Может, сами? Я же говорил, что у нас своих дел хватает. Они нам помогут. И доля хорошая. Да не могу я есть этими ветками. Птичка! Птичка! Вилку, пожалуйста. А можно ложку? Можно ложку. Ах ты моя птичка какая. Тихо, какая птичка. Кушай, сынок, кушай. Японская еда полезная. Холестерину мало. Это в тебе мало. А че это Ханка такая горячая? Это не Ханка, это Саки. Саки. А тут еще наш старый знакомый Корень на волю выходит. Че, лис откинулся? Гребаный пылесос. Да он уже не опасен. Обломался. Пока у него вопросы к шаману, мы спокойны. А дальше, как бы он к нам не привязался, вы узнаете, как у нас со стволами. Да не очень. Я слыхал, в области от банды Дикого Нычка осталось еще с 53-го года. Пошукать. Пошукай, сынок. Пошукай, пригодятся. Давайте выпьем. Давайте выпьем, чтобы не пригодились. Отвыкли от горячего. Не обойдется. Такое пойдет ночи было. Венков не напасешься. Смутные времена наступают. Смутные. Надо к худшему готовиться. Самой прекрасной смертью считалась гибель в бою. Викинги презирали соломенную смерть. Смерть от старости в своей постели. Павшие воины присоединялись к Одину и попадали на вечный пир в Валхаллу. Сдал торговый центр «Север».
это неправильно. С нами не поговорил, сам не справляется, отдал чужим. Хм. Не зря они в нашем районе крутились. Ну и что мы теперь будем делать? Надо вернуть торговый центр. На нашей территории нельзя отдавать чужим. А как вернуть? Воевать с отцом, что ли? Зачем воевать? Просто выпроводить гостей. Потом с отцом разберемся. Старперы, не въезжай, что их время ушло. Варьё! А кто северных выселять будет? Баркас, что там с банкиром? Он наш? Упирается. Пока. Так вот ты с ним и поговори. Значит, за тобой банкир и торговый центр. Работай, работай. Бабовкин, что там у ментов? Лорченков к банкиру в охрану подался. Ладно, Баркас его схавай дальше. Я тебе говорил, моей бригаде без наркотиков. Трава не наркотик. Есть еще одна новость. Лис освободился. Как освободился? Я же сказал, чтобы он сдох в тюрьме. Обосрался? Нет, шеф. Но я все сделал, я все организовал. Я не знаю, как он вывернулся. Знаю, что он с тобой сделает. Теперь это твоя проблема. Я боюсь, это теперь наша общая проблема. Ладно. С этим я разберусь. Ты че? Это частный клуб. Только для членов. Это ты что, член? С утра стоишь. Это точка Баркаса. Да хоть крейсера. А вот это ты видел? А вот это ты видел? Тебя замочить или зубы выбить? И чего? Кликухи такой. Не слыхал. Значит, говоришь, вор в законе. И как кличут? Колган. Тебя где короновали? В Москве. Кто? Песок, Гарик, Метла. Это авторитетные воры. Ну-ка, сними рубаху. Где зону топтал и сколько? По малолетке год оттянул за хулиганку. И ТК-7 под Ленинградом. Кого из воров знаешь? Бесу, Гарика, Метлу. Еще кого? Мало, что ли? В хату как входит? Зачем мне все это? Приняли как положено.
На воле я в авторитете. Всех знаю, все меня знают. Кто тебя знает? Как ты думаешь, зону на себя брать? Через волю все устрою. И голодовку по всему краю объявишь. И зона на бунт поднимешь. Как это ты сделаешь? Через волю-то, а? А вот плевать в хате нельзя. Это плевок на весь уклад жизни людей. Баклан, твое место у Параши. Что за базар? Это не вор, это апельсин. Кстати, его короновали по ошибке. И зона эту ошибку должна поправить. Дайте ему ведро и тряпку. Пусть твои шестерки помоют. Ты и есть шестерка. А откажешься, будешь ночевать в петушином будке. Авторитеты их не подписывают. Стрелку. Считаемся проигравшими, все вешают на нас. Раньше тоже нельзя, могут подумать, что подлянку затеваем, начнут мочить. Важно минуту в минуту. Ты понял? Нет хороших часов, купи. Нету денег, скажи, мы купим. Ты понял? Да понял я все. Но не подведи, иначе разбор. Головой можешь ответить. Понял? Понял. Повторять больше не буду. Все. Пошли. Центр прибирают северные. Мы должны их оттуда выбить. Это будет наша точка. Вопрос. Как мы это знаем? Они такие же, как мы, только рожи не знакомы. Thank you.
засунул. Всех, метису, всех. Пингвины северные еще есть? Ага, если ты убежал за подмогой. Ладно, подождем. Волки, мы ждем. Сдохнем. Сдохните, закопаем. Это теперь точка шамана. Нам торговый центр отец дал. Отец нам не указ. А кто так решил? Шаман. Разобраться надо. Прямо сейчас. Давай. О, какой ты страшный. Во-во, валите гребаной матери. Что ты сказал? Угребывай! Увидимся еще. Да хоть три раза в день, братуха. Молодцы. Носочку крепче оказалось. Спасибо, Баркасик. Пацаны! А я еще понял. Я еще понял, пацаны! Сейчас у кого силы, у того все! Кто может сломать, того бояться! Да чем мы хуже этого Баркаса, а? Чем? Да были бы у меня пушки, я бы их там на месте положил. Точно. Пушки достанем. Шороху там наведем. Мне один стволы предлагал. Вот! Вот что нам надо! Стволы! Наша сила! Начало нашего времени! Мы викинги! Мы рождены для войны! Всех убить! Все отнять! Мы победим! А если нас убьют, все равно мы победим! Потому что после смерти попадем куда? Валхалу! Вот! Валхалу с мечом в руках! Мы не можем проиграть! Мы бессмертны! Потому что есть видеозапись, с которой следует, что вы выбили из окна самооговор. Дело признано сфабрикованным. Вам инкриминируется превышение полномочий. А труп? Труп чего? Уже я закопал. В общем так, завтра в 9 утра ко мне в прокуратуру. Вот там и поговорим с вами о чем-нибудь. Я разберусь сам. А видеокассета? Она и факт, она и улика. Факт чего? То, что ты расколол убийцу? Незаконными методами? Чем дело ты, Байков? Сам чудило. Мне трудно на полноте. Дурацкая ситуация. Я не знаю, что тебе посоветовать. Не знаю. Кассета лучше беда. Вот проблема. Опасаюсь.
нашего друга. За это надо ответить. Коробок. Разбираешься. И музыка хорошая. Кубинцы. Гавань купил. Ну и как там на Кубе? Солнечно, тепло. Последняя Советская Республика. Последняя. Патрио Муэрто. Бандитская пуля. Где? На скуле. Бандитская бита. А ты чем живешь? Да так, ничем. Только откинулся. Кстати, кет. Мент. В смысле? А я на ментовской, на красной зоне сидел. Вот здесь вот. Останови, пожалуйста. Ну ладно, бывай. Трава не наркотик. В Голландии. Слушай, я вот что предлагаю. Хочу поставить свои игровые автоматы в торговом центре. За 30% с доли. А шаман? Да не надо у шамана спрашивать. Ну, чего его по мелочам беспокоить? Всего 40 пора. Центр же ты взял. Ты сам решай. Это к шаману. Не я такие вопросы решаю. Вот именно, не решаешь. А надо бы. Я про это и базарю. И вообще. Иди к нам. Что ты под шаманом маешься? А у вас что? Другое, что ли? Все равно отец все решает. У нас сходняк решает. А отец, ну, старший держатель общака. Его за это и уважают.
Вот, продавцы привел. Товар при вас? А деньги? Зашел покажите товар. Пробовать будете? Конечно. Крест малевку разослал, и по зонам и на волю. Пишешь, что ты законов не соблюдаешь, в роскоши вроде живешь. Грозится зимой сходку собрать. Пусть собирает. Я законов не нарушал. Отец, пришли. Ходи. А ты, Клоп, подожди в коридор. Закусим, братцы, чем Бог послал. Выпьем с дорожки, говорят, это полезно. Так, метла, а? Да не затем прибыли. Ну, какие проблемы? Мы по дороге к Северным заехали. Северные недовольны. Ты им вроде торговый центр отдал. А новые их оттуда вышибли. Не волнуйся. Мы как-нибудь этот вопрос разрешим. И руку на место пришьете. Ты кого привел? Вельвец. Мой компаньон. Руководит крупной группировкой. Считается по нашему уровню. Кем считается? Где он зоны топтал? Кто за него подписку бросит? Я сам себе подписка. У меня 200 человек, и все со стволами. За час соберу, и знают меня те, кто надо. Так что парашу нюхать мне нет нужды. Это верно. Сейчас многое меняется. Вы на кражах, угонах, наркоте, на казино держитесь. А у нас бабки совсем по-другому куются. И совсем другие бабки. Гангрена! Поменяй рюмку. Yes. Thank you.
Ну? Ну что там? Сидят еще. Бублик хочешь? Ну давай. Гарик, узнаешь, Бишу узнаешь? Да. Авторитетные воры. А я Метла. Авторитетный вор. Вот мы втроем короновали его друга. Колганом кличут. Он ушел в зону, попал к кресту. Крест его офоршмачил. Заставил пол вымыть. Дал кликуху, плевок. А Колган парень очень серьезный. За него многие мажу потянут. На него многие дела замкнуты. Мы его в другую зону перетащим, все равно он паханом будет. Ну, а я тут при чем? Гарик и Бесу сильно обиделись. Крест сегодня откидывается. Надо с ним решить вопрос. Решайте. Скоро сходка. Зачем нам сходка? Там все равно объяснят, что он по вашим правилам все сделал. И что? Тебе северные сделают предъяву. А если еще мы трое подпишемся, ты понял? А если мы за тебя мажу потянем, северные точно заткнутся. Ну и что я должен делать? Не слишком опекай креста. Наш человек придет позвониться. Помоги ему добрым советом. Адресок шепни. На сходнике скажи свое слово. Врагов ведь у вас немало. Договорились. Ну что, банкир? Что? Я думаю, состояние моих денежных активов не позволяет мне надеяться на сотрудничество между нашими структурами. Я понятно выразился, уважаемый? Понятно. Удачи. Вам плачу деньги, чтобы вы решали проблемы моей безопасности. Законными мерами их не решишь. Решайте незаконными. Что вы конкретно имеете в виду? Это вам виднее. Нам бы Лиса в команду. Ну и где сейчас твой Лис? Да он уже вышел. Кто такой Лис? Ну да есть один такой майор Коренев, как раз любитель незаконных методов. Эффективных методов. Кстати, мой лучший друг. Ищите Лиса.
Найдите мне вашего лиса! Однажды под притягой клятву не давал мочить таких уродов, как ты. По мере сил. Сил у меня немерено. Пистолет, сука, осечек дал. Детали меня не интересуют. Ты за это бабки получаешь. И за свой пистолет отвечаешь тоже ты. Но если еще раз, слышишь, еще раз... Чего? Руку отрубишь.
Здравствуй, Крест. Так жить не должен. Ведет. Разберемся. Ты кто? Здорово, бойцы. В городе все меняется. Эта территория вам не принадлежит. Наш хозяин с вашим потолковать хочет. Да он утрется, когда узнает, на кого он зарубился. Кто бригадир? Пошли. Твоя крыша. Понял? Дай! Куда ты пасуешь, мазила? Ну ты чё, переживаешь? Вы для себя все решили. Ну да. А как мама? Хорошо, ты ей позвонил. А ты? Как в школе? Нормально. Рисование надоело. Приказ. Ребят постреляли. Марья Васильевна. Ну, пока. Кто? Амбал со своими отморозками. Амбал где тусуется? Все субботы? Точки. Найди кента. Замочи их всех.
Погоди, да погоди. Ментов убивать нельзя. Ты не понимаешь, два достижения 20 века. Рэп и гомеопатия. Что вы называете решением проблемы? Мне нужны эффективные меры моей защиты. Их законность меня совершенно не интересует. Мне важен результат. Какой? Моя жизнь. Почему я? У меня есть данные, что 3 года назад вы обеспечили безопасность одной из свидетельниц. Как ее фамилия? Федотова. Ее фамилия Федотова. Ну и что? Но меня же не интересует, как вы этого добились. Мне важен результат. То есть вы хотите, чтобы я таким же образом решил вашу проблему? Мне надо подумать. Я не понимаю, почему отказываться. У вас нет никаких оснований. У нас есть... Вот кассета, которая дала основания для твоего ареста. Снял ее Бобовкин по приказу шамана. А Лырченков, который называл себя вашим другом, был убит Баркасом. Правой рукой шамана. Мне надо подумать. Думайте быстрее, мне важна каждая минута. Вопрос цены для меня не станет. Пошли быстрее. Для меня тоже. Людей покрошили, а дело не сделали. Баркас, ты понял? Закрой! Мобилу на стол! Баркас, ты бы видел... На стол! На стол, я сказал! Пошли вон! Кент! Чё? Сгоняй в автосервис, поменяй масло. Деньги. Гомеопат. Ну и как? Да нормально. То есть, ну, в общем, оттянулись, как обычно. Кент!
Лёшка был, да, я его не заметила. Волченкова, царство ему небесное, ты с ним так и не увиделся. А он, как тебя посадили, сразу из органов ушел. Бабкина отлупил как следует и ушел. Бабкин теперь официально у шамана. Да он всегда был официально у шамана. Все ты знаешь. Осихну. Я знаю. Вот видишь, ты тоже все знаешь. Есть проблемы, братуха. Шаман меня чуть не замочил. Без разбора, я думаю, не обойтись. У шамана людей больше. Так что нужна мне ваша подписка. Там знаешь. И у нас с шаманом проблемы. Если разборы начнутся, не знаю, чем обернется все это. Вот и давай подумаем, братуха, как сделать так, чтобы и мне, и тебе хорошо было. Ну ты учти, у нас ведь порядки строже. Без сходника никто ничего не решает. Да у вас беспредел. Получается, моя жизнь, мои проблемы, тут ты ошибаешься, братуха. Крепко ошибаешься. Шаман вашу подлу, ох, как ненавидит. Меня не станет, твои люди вылетят из торгового центра и со всех прилегающих территорий. Ну что же, раз кашу вместе варим, давай и воевать вместе. Добро. Добро. Знаешь, как по латыни в натуре? Априори. Априори. Здорово, Петруччо. Здорово, дружище. Гребаный гибастус. Вышли все-таки. Вышел, вышел. Ну ты че? Радоваться нужно. Это я от радости в натуре. Сентиментальный. Валюга. Вы говорили, что скоро выпустят, а я особо не верю. А чего тут без меня? Новостей много? Да новостей-то много в натуре. Всего сразу не расскажешь. Так мы зайдем? Или ничего, отпустишь? Черт. Кефирочку заварим, а? Давай, можно. Ну и пивком отлакируем. А немножко есть такая? Найдем, Ирка оставила.
тебя. Найдешь кого-нибудь? Нет. Так не ребишки. Ты же как снег на голову. Извини, что напрягаю. Да на чем разговор, Михалыч? Если бы не ты, я бы до сих пор баланду хлебал за другого. Ладно, нормально. Ну еще шоферочку. Чего там заварил? У вас как там? На ментовской зоне. Чефир обычный? Или как? А что? Чефир у меня есть чефир. Это пиво разное бывает. Держи. Спасибо. Ладно. Чего нового в городе? Какие новости? Всем много. Крест вернулся. Отцом они не поладили. Крест городской сходняк собирает. Зимой общий. А отец? Ну, к отцу центральные наезжали. Метла с каким-то бакланом. Крест им тоже дорогу перешел. Отец обещал им креста сдать. Ну, пришлют человека. А отец ему наводку даст. Это уже не новости. Это уже информация. Слушай, Михалыч. А ты с шаманом как краями или мстить будешь? Разберемся. Шаман весь южный район под себя подминает. Банкиров, коммерсантов, других новых прессует. Сам думаешь, что ты сам? Он теперь коммерсант. Там другие баркас, метис. Там навалом гномов. Самая большая бригада у баркаса. Но он в нашу сторону смотрит. Зимой кентуется. Спасибо. Знаешь, Петруча, я тебе на день милиции подарок сделаю. Форму пошью, а? Нет, Михалыч. Вор есть вор, мент есть мент. Есть они... настоящие, цельные внутри. А если двоедушные, такие, как я, вам стучат. Твои суки гнилые мусора мусорянские блатным помогают. Только кому они нужны? Да ведь дело делаем. А? Сейчас налево поверни. Вчера к Артему в казино два шипзика залетели. Говорят, будешь нам отстегивать 5000 баксов в месяц. Артем вам говорит, ребята, здесь все схвачено, здесь король получает. А не свое будешь нам отстегивать. Видно, залет, да. Не знаю, что к чему, вот опрут. Совсем оборзили, по-русски. Ну ничего, сейчас разберемся. По-быстрому. Чего, клоуны? Совсем оборзели? Вы знаете, на кого пасть раскрыли? Yeah.
ты? Ты же Сихно закопал? Закопай амбала. А? Слушай, этого Сихно мне на всю жизнь хватило. Ясно? Ясно. Я тебе заплачу. Смешно. Я как раз хотел тебе сегодня заплатить. Завали его. Нет, милая. Я тебе не киллер. Ты же антикиллер. Чего у тебя с глазом? Сглазили. Я. И ты тоже. А, доехали. Сам себе оружие сдаю. Сам сдал, сам принял. Хоть с палкой ходи. Звони своим ментам, скажи завтра в 6 у моста, стрелку у баркаса шаманом. Будет много бойцов и оружия. Но скажи, мои придут чистыми, без стволов. Для разговора, а не для пальбы. А баркас шоблый пусть заметает. Я кому звонить? Вру? Ну, ты видней, кто из нас мент. Крылову. Баркаса шаманом. Будет много бойцов и оружия. Но скажи, мои придут чистыми, без стволов. Крылов. Ага, да. Баркас забил стрелку шаману. Завтра под мостом. Опа. Информацию принял. Только что шаман сдал мне Баркаса. Вот ты 3 дня как освободился, все знаешь. А сидишь, Меркову позвонить. Из дома позвоню. Пойдем. Никакого служебного времени. Никакого. Никакого. Улица Пирамидная,
Да. 62? Да. Квартира 7? Да. Вечером. От 8 до 12. Понял. Гражданин, документы. А что, по новому приказу здороваться уже не надо? Проезжайте, товарищ майор, счастливого пути. Пришел. Ты зря сюда пришел. Нормально. У нас товарища убили на Подбельского. Из машины, скорее всего, темный, цифры номера 237. Не помню такой. Все машины через тебя проходят, ты должен знать. Ты теперь не в конторе. Слышь, ты что, не понял? Ты на кого работаешь? На себя. С отцом говори. Даст добро с тобой говорить, буду. Нет, извиняй. Я тебе не брат, не сват и не стукач. Будут санкции и удостоверения. Заходи. Заведу. Ствол есть. Отец, тебе!
больше не будет. Значит, вы не скажете, кто Крылова убил? Да какая разница, сынок? Одним ментом меньше, то хорошо. Да нет. Милиционеров убивать нельзя. И ты это отлично знаешь. Смутные времена наступают. Смутные. Madre, que el tiempo tiene de enemigo. Como fiera, por verlo crecer. Siempre las opciones, las soluciones, llorando sin dejarte ver esos temores y en desventaja. Олег Васильевич. Кто это? Это Лист. Света, поменьше. Отец дал тебе центральным. Метлу знаешь? Очень может быть. Серый. Только что подъехал на шахе, Мурой. Набрехал, что друга ждет с углового дома. А там таких нет. Сделаем его. Ты лучше вот что. Звони в ментовку. Скажи, у него волына, они тут же приберутся. А там посмотрим. А вот этой трубкой по кумполу. Ваши документы, пожалуйста. Второй раз за час. Ну и что? Бывает и такое в нашей работе. Будьте так любезны. Минутку. Дайте мне. Петербургское управление. В командировке, что ли? А что, с каких-то пор милиция стала проверять командировочные удостоверения ФСБ? Будьте добры, документы на машину. Черепахи. Да. Скажешь, креста только что завалили во дворе его дома. Из автомата. Не дошло? И что за херню твой мент придумал? На стрелку без стволов, чтобы перемочили всех. Делаю, что говорят. Бобовкин действует по моему приказу. Бобовкин. А кто ответит, если ребят положат? Может, ты вместо меня тут командовать хочешь, а? Про ментов забыл. Сгореть хочешь? Те тоже придут без оружия.
Иди. Метис. Дверь закрой. Мне твой мусор не указ. Скорбные дела привели нас сюда, браты. Недавно мы похоронили нашего друга, короля. И вот теперь нет с нами креста. Все знали его как верного хранителя наших законов и обычаев. И сталь чистого. Благороднейший ученик настоящего ума. Что ж ты замолчал? Иуда. Да. Мочкануть креста задумал? Макродело подослал? Тут серый ашманать его успел. Трошу нашел. Откуда? У него твой телефон. Какой? Телефон? Ой. Говори. Мой телефон. Какой же? Если не хочешь позора, давай сам. Thank you.
Вы с братом стволы взяли? Чё? Стволы. А, да, взяли. Какие стволы? Какие стволы? Пиф-паф. Где шаман? Он занят. Все переговоры веду я. Кто с тобой разговаривает? Пошли! Thank you.
моя профессия. Бежать! Возьми этого! Возьму. Сам! Знаешь, на живой бой, где служил? Тебя там не было. Что под столой. Только вот шаман не стал слушать. Столько ребят подошли. Я? Заткнись! Ты на кого сработал, сука? На Маркаса или на ментов? Все не так. Это план шамана. Это шаман придумал замолодить их и сдать их милиции. Я лично позвонил и сообщил время и место. Только поэтому наши были без оружия. Только поэтому. Вот... Наших отпустят, а тех упакуют. Вот это Рухи. Только поэтому. Ну, только поэтому. Ну. Столько ребят положили. Кто за них ответит? Ты, сука ментовская, ответишь. Да это случайность. Ну, пойми, это совпадение. Погоди, ну не веришь мне, ну позвони шаману. Ну набери, позвони шаману, спроси у него. Ну, погоди! И еще за убитых ответ держать. Иди Шаману. Как убили? Так? Иван Павлович, все получилось, как вы задумали. Почти. Ты кто? Да, кстати, теперь мы квиты.
ты. Метис. Ребята, тебе привет передавали. Это я. Есть новости? Нашли девушку. Она во второй больнице. В тяжелейшем состоянии. Угу. Я обязан, понимаешь, обязан передать дело в прокуратуру. Я понял. Я еду. Мне нужен еще один день. Полдня. Нормально. Только, пожалуйста, недолго. Нужен покой. Да вы поймите, мне заявление не нужно. Вы скажите, кто это сделал? Я уйду. Дальше что? Дальше найду их и разберусь с ними. Сам. За него. И за вас. Простите меня, но он был очень близким мне другом. Меня потащили в машину. Ваш друг подбежал, закричал милиция. Его расстреляли на месте. Меня потащили в форт. И... Сколько их было? Трое. Один тощий. Другой поздоровее. А третий лысый. Он меня сигаретами жёг. Сигаретами? Кто стрелял? Он. Хотите, покажу, что они со мной сделали? Не надо. Вот и я. Ты меня к отцу отправил? Доверяй отец! Ты на него сослался? Теперь будешь за себя отвечать. За себя! Больно! 237 серия ТТ! С угнанной Волги! Купил один фраер! Попугай, кликуха! Тоже лучше. Что за попугай? Один из отморозков! Амбала! Амбала. Спасибо. За внимание. Тамара. Лис. Ну что?
Но курить не бросил. С кем он тусует? Так с попугаем башкой катается. На чем? Попугай себе мерин взял. Вроде темный. И как этот попугай выглядит? Как попугай выглядит, только тощий. Помните, обычно возят? Форд возит обычно. Значит, слушай, что нужно делать. Слыхал? Хумбала замочили. Правильно, правильно. Нечего было короля убивать. Крылова тоже. Говорят же, ментов убивать нельзя. Вот и доигрались. На куски порезали. Это не наше. Сходняк не собирался и крест не решал. Говорят, ваши. А, ты только это хотел мне сообщить? Последнюю оперативную сводку? Или это в сводку не попало? Я частное лицо. А, может, переночуешь? Прощай, Петрович. Thank you.
готов. Погоди. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет наказание по всей строгости советского закона.